Ну, кстати, о пропаганде. Есть разные темы, есть разные данные на тему количества гомосексуалов во всем мире, от 2 до 10% от общего количества людей. Поборники вот этих самых европейских ценностей очень любят ссылаться, некоторые ссылаются на животный мир, говорят, что, мол, это связи абсолютно естественные. Но вот согласны ли с ними ученые? Давайте послушаем, посмотрим прямо сейчас. Многие лица нетрадиционной ориентации говорят о том, что в животном мире такие формы поведения, к которым склонны они сами, существуют. Приведу пример. Там, ну, селедки, которые все ели. Едите селедочку. Ну вот, видите, есть же маленькие селедочки, а есть большие. Вот маленькие селедочки – это все самцы. Пока молодой и худенький – это самец. А когда старый, жирный – это уже самка. Это называется инверсия пола, и в процессе жизни селедки в норме это меняют. А с другой стороны, это явление можно выдавать за такую форму поведения. То есть в чистом виде, на самом деле, гомосексуальные отношения довольно редкость. То есть можно обмануть жабу, и она будет пытаться оплодотворить там сапог экспериментатора, но это несколько иное. Это то же самое, как забавы с резиновыми дамочками. Социальная среда, в которой вырабатываются первые социальные инстинкты, которые жесткие и надежные и сохраняются на всю жизнь, она играет колоссальную роль. И если такие дети вырастают в среде, где такая склонность приветствуется, одобряется или считается нормой поведения, конечно, такие социальные инстинкты закрепляются на всю жизнь. И в дальнейшем их изменить крайне сложно. При первой возможности он будет проявлять именно такое поведение. В области искусства известный существует сортинг и гомосексуальный протекционизм. Просто если ты не такой ориентации, то тебе во многие области искусства вход просто закрыт. И это хорошо известно, это такой своеобразный апартеид, который навязывается этими сексуальными меньшинствами. Таким образом, они отстаивают свое право на существование. То есть в этом биологическом мире каждый борется за свой бутерброд так, как может. И они тоже.